Всем здравствуйте! Только вчера закончилась запись ежегодного концерта «Песни года». На церемонии вручения премии «Песни года» 2022 почетными наградами за вклад в развитие популярной музыки посмертно были удостоены солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов и автор «Белых роз» и других хитов Сергей Кузнецов. Во время концерта детский хор Академии Игоря Крутого исполнял песню «Седая ночь». Зрители долго не могли прийти в себя после столь неожиданного выступления. По словам организаторов «Песни года», исполнять хит Шатунова доверили детскому хору. Специально была сделана медленная версия композиции с оркестровой аранжировкой, похожая на молитву. По окончанию песни были произнесены слова «Вечная память». Отметим, что сразу после записи церемонии в сети начали распространяться ролики с необычной версией «Седой ночи». Огромное количество пользователей пришли в восторг от такой подачи материала. Также поклонники «Ласкового мая» и Юрия Шатунова выражают огромную благодарность Игорю Крутому за то, как трепетно он отнесся к знаменитой композиции. Пользователи пишут слова благодарности за то, что после ухода Шатунова и Кузнецова о них помнят, их ценят. Напомним, группу «Ласковый май» Сергей Кузнецов создал 6 декабря 1986 года в Оренбургской школе-интернате номер 2. Воспитанник учреждения Юрий Шатунов стал в ней солистом. 28 декабря 1986 года состоялось первое выступление коллектива. Будем надеяться, что совсем скоро супруга Юрия Шатунова и дети певца получат памятную награду. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!